Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об ограничении пребывания забайкальцев в лесах из-за введения особого противопожарного режима. Под исключение попали территории микрорайона Северный от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрестка с улицей Верхоленской, также в границах горнолыжного комплекса Высокогорье. С 29 апреля по 19 мая ограничения начнут действовать в границах Могочинского, Тунгокочинского, Чарского лесничеств. Жители гости Забайкальского края, ставшие свидетелями пожара, могут сообщить о происшествии по номеру 8 800 194 00.